Ну что ж, давайте начинать. Да. Ну и, собственно говоря, официальное уже официальное здравствуйте. Здравствуйте всем тем, кто смотрит нас в прямом эфире, всем тем, кто будет смотреть это в записи. Напоминаем, что да, наши эфиры проходят раз в неделю, всегда проходят прямые. Мы обязательно отвечаем на ваши вопросы, если они есть. Да, мы все как есть, вот мы сидим и рассказываем. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте, да. И обязательно, конечно, наши эфиры потом мы выкладываем. Не все получаются, но изо всех сил стараемся их в записи выкладывать, да, и у нас на канале на Ютубе, собственно, можно смотреть все то, что мы уже на вот это да, вот, заходите, на эфире или на подписывайтесь, обязательно будут еще темы интересные, и вы всегда будете в курсе, всегда у вас будут хорошие записи. Ну что ж, и сегодня мы говорим про боевой НЛП, говорим про структуру манипуляции. Собственно говоря, зачем, да, зачем вообще об этом говорить? Зачем об этом говорить? Зачем об этом писать? Зачем проводить тренинги? Зачем там проводить, может быть, даже какие-то исследования в этом месте? Идея очень простая. Эта идея легла, собственно говоря, в основу создания этого самого боевого НЛП, создания несколько лет назад в институте НЛП, ну, собственно, в его там, лучшие годы, да, в период максимального расцвета. Идея очень простая. Идея заключается в том, что люди изучают психологию, изучают коучинг, изучают всякие разные направления. В институте психологов учат 4 года, 5,5. Некоторые потом идут психологи в магистратуру, учатся еще пару лет. Проходят дополнительные курсы, ну, потому что все мы знаем, да, институт, факультеты психологии в институте, это все здорово, замечательно, но там практическая часть немножко страдает. Вот, ну, окей, хорошо, даже если бы она не страдала, да, но все равно нужно саморазвиваться, да, поэтому там 5 лет института, плюс пару лет каких-нибудь курсов, плюс личная практика, плюс наработка опыта. В результате сидит в кабинете человек лет 7-8 занимался тем, что изучал способы, да, каким образом делать людям хорошо. 8 лет, ну, включая практику, включая теорию, то есть прям серьезно, некоторые больше. Так вот, сидит этот человек в кабинете, и к нему приходит другой человек. Вот к человеку, который 8 лет учился делать людям хорошо, приходит человек, с которым вот этому самому высокообученному, высококвалифицированному человеку приходится, например, там несколько месяцев по сеансу в неделю серьезно возиться. Почему? Да? Откуда он к нему пришел? Откуда пришли вот эти вот люди? Кто их поломал? Кто их до этого довел? Ну и, собственно говоря, как это все было сделано? Вот. Ну и как, наверное, и многое другое, боевой НЛП как раздел, как один из разделов НЛП. Манипуляции, там, способы разрушения, ну там чуть позже, да, в деталях об этом. Не взялся ниоткуда, не придумал он был на коленке. Все было, собственно говоря, ну так или иначе известно, может быть не так структурно описано, да. Те же самые шизофреногенные паттерны прорабатывались, разрабатывались задолго до. И Грегори Бейтсон, Пол Вацлавик занимались еще в 70-х, 80-х годах. Ну и как мы обычно говорим, говоря о том, что НЛП – это описательные модели тех стратегий, которые люди и так уже реализуют, да, но в классическом варианте НЛП – это успешные модели, да, чтобы их можно было встроить, повторить, как-то реализовать. Вот. Но мы живем гораздо более многогранной жизнью, да, и у нас бывают не только эффективные модели, но и мега-неэффективные, которые точно так же, хотим мы или не хотим, мы перенимаем. Там, в своих семьях, в своем окружении, наблюдая за другими людьми, да, вот, поэтому, если мы говорим о боевом НЛП, то мы также говорим о том, что это жизнь людей, такая, какая она есть, ну, наверное, в каком-то таком, не очень, может быть, ресурсном ее формате. Очень, может быть, не ресурсном. Очень не ресурсном, но, тем не менее, это тоже часть нашей жизни. И понимание того, каким образом люди нересурсно поступают, каким образом они ставят свои цели так, чтобы их не достигать, каким образом они встраивают себе всякие страхи, тревожные состояния, фобии в том числе. Это же все берется из не то чтобы ниоткуда, это формируется очень
планомерно, очень системно, и боевой НЛП в таком формате, как мы его понимаем, как мы его сейчас предпочитаем транслировать, изучать, это действительно системы, которые есть. И для того, чтобы систему изменить психологу, коучу, нелперу в лучшую сторону, нужно понять, каким образом работает вот тот нересурс, нересурсный паттерн. Маленькое отступление в сторону. Вопрос у нас: не находите ли вы, что боевое НЛП это всего лишь маркетинговый ход? Могло называться как угодно. Степан, вот насчет всего лишь маркетинговый ход, нет, не соглашусь. Насчет могло называться по-другому, да, соглашусь. Насчет как угодно, опять не соглашусь. Любой тренинг является маркетинговым ходом с какой-то точки зрения, потому что он присутствует на рынке. Любое название, да, может быть несколько вариантов названия. Здесь как бы, ну и здесь давайте так, это может быть нашим личным мнением, да? То есть здесь, наверное, все, ну, не полностью к нам вопрос. Но то, что маркетинговая составляющая есть, ну, повторюсь, она есть у любого открытого тренинга. То, что могло называться как угодно, ну, давайте, любой вопрос в НЛП, который начинается со слова «можно», имеет однозначный ответ «можно», да? То есть, да, да, могло. Так вот, ну, не касаясь, да, не касаясь вот этих вот вещей, давайте все-таки о содержательной, о части содержательной. Идея о том, что мы знаем, как это делается. Идея о том, что известны паттерны, по которым люди ломаются. Известны вот те самые, там, ну, те самые шизофреногенные паттерны, например, да, причем, ну, неважно, насколько подробно они описаны, да, в общих чертах ли они описаны, в целом ли они описаны, четко конкретная структура ли у них, да, все равно знать о них полезно, если мы сталкиваемся особенно с их и применением, и результатами. Вербовка, и опять же, разные школы вербовки, ими все пользуются, спецслужбы на разных уровнях, вербовки попроще, вербовки посложнее. И опять здесь мы можем говорить о том, что это прорабатывалось, ну, опять же, с той или иной структурностью и качеством, опять же, задолго до, да? Тот же самый Тимоти Лири, с его книгой, мы ее как-то уже упоминали, по-моему, или писали просто так в Фейсбуке, там где-то еще. Тимоти Лири, технологии контроля сознания в тоталитарных или в деструктивных сектах, или в деструктивных культах, что-то такое, очень красивая черная книжечка, внутри страшненькая. Все хорошо. Вот. Книга тоже там какие-то 80-е, по-моему, года, и там тоже очень много написано и про контроль сознания, и про манипуляции. Опять же, может быть, у нее было некоторые вещи не так структурные, они так были понятны. Вот, однако же, вот, да. Что там еще? Встраивание фобий? Да, пожалуйста, конечно. Встраивание фобий использовалось ли до четкого описания? Ну да, конечно, использовалось. Опять же, использовалось, ну, давайте, и тоже с такой же эффективностью или с меньшей, да, четче, понятнее или нет. Ну, с какого времени гипнотизеры ездят по стране и кодируют от всякого, да, с помощью чего они кодируют? Ну, там и страх, там и отвращение, там и много чего. Ну, пожалуйста, да, вот оно есть. Вот, полезно оно или нет? Вот здесь вот мы давайте подходим к очень такому интересному моменту. Полезно ли знать, полезно ли применять? Ну, во-первых, давайте с самого начала разделим. Я когда-то давно уже писал на это ответ. Есть три разных глагола. Знать, уметь и применять. И это все глаголы присутствуют, это все глаголы существуют. Каждый из них обозначает свое, и они между собой, ну, не пересекаются. Они отчасти вложены друг в дружку. Да? Но если я что-то знаю, это не значит, что я умею. То есть там необходимое достаточно. Если я что-то умею, это значит, что я знаю и умею. Вот. А если я применяю, это значит, что я знаю, умею и применяю. Угу. Но иногда я умею, не факт, что я знаю. Да? То есть просто навык считанный, навык сформированный, да, за которым нет понимания, как это работает. Но это тоже нормальная, вполне себе функционирующая система. Потому что, опять же, если мы говорим о боевом формате применения НЛП, так, ну, так это сплошь и рядом, и люди не знают о том, что они в какой-то конкретный момент разрушают другим ресурсные состояния, или разрушают их цели, разрушают их мечты. Да? Они находятся в этом самом неосознанном навык, знании. Да. Вот. С другой стороны, да, знаю, умею, не обязательно применяю.
Знаю, умею, например, да даже, например, одного знаю достаточно для того, чтобы рекламу, в том числе политическую и всякую пропаганду, читать было, ну, как-то безопаснее и, наоборот, интереснее и веселее. Да, с учетом достаточно высокой тревожности людей относительно того, что ими могут манипулировать, что им могут что-то внушать, что их могут куда-то завербовать, у нас это, ну, мы сталкиваемся с этим достаточно часто, потом и получая вопросы, комментарии, какие-то, возможно, отзывы на записи. Вот люди боятся, переживают, что им вот сейчас там с телевизора, да, или там в эфире что-то нам внушают. Как раз таки понимание структуры, понимание системы, это уже фактически прививка, да? Как только вы определили, что происходит, то, соответственно, вы уже защитились. Ну, а что может происходить? Да? Из чего состоят, вот, собственно, из каких паттернов, да, из каких техник и шаблонов состоит вот это самое боевое НЛП, то есть что может быть к нему отнесено? Ну, о чем мы уже упоминали, да, разрушение целей. Да. Ну давайте вот на этом простеньком, может, примерчике. Вот о чем мы скажем, да? Простенький примерчик. Всегда ли разрушение является злом? Да? Всегда ли разрушение является чем-то плохим? Когда мы говорим разрушение целей, всегда ли имеется в виду, что это что-то плохое? Или, например, есть такие цели, которые следует разрушить? Ну, так, не знаю, пример мы, по-моему, всегда, когда проводим вот тренинги по этой тематике, мы его, пример, всегда приводим. Приходит как-то крошка-сын, к отцу пришел, да, и сказала кроха. И, значит, приходит сын и говорит: пап, я все понял. Я не буду доучиваться в школе, я в 9 классе из школы уйду, там, куда-нибудь там чисто формально поступлю, но на самом деле я, короче, вот нашел ребят, мы с ними будем играть в панк-рок группе. Вот, обязательно, конечно, я бухать начну, естественно, там, наркотики, это... Обязательно наркотики, вот, и все такое прочее. Вот, и, собственно говоря, будем играть вот это вот там постпанк, гранж, там что-то еще, там колесить по стране, вот, в общем, беспорядочные связи, алкоголь, наркотики. Годам к 30 я окончательно старчусь на пике популярности, да, ну, а может быть, застрелюсь, как Курт Кобейн. Ну, в общем, план отличный. Да. Вот. Или даже такие простые, опять же, да, что значит простые, да, ситуации, с которыми тоже могут приходить люди. Да. Там девушка говорит: 3 года назад расстались, люблю, не могу забыть, днем и ночью я думаю, спать не могу, есть не могу, сделайте что-нибудь, уже сил никаких нет. Мы можем вот эту связь, да, эмоциональную зависимость разрушить терапевтическим методом? Да, конечно, можем, мы так и делаем. А можем ли мы использовать другие методы для разрушения вот этой, ну, уже патологической-то эмоциональной зависимости, никому не нужной, да, и наоборот, истощающей человека? Да, у нас есть инструменты, которые мы условно можем назвать боевыми, да, методами НЛП. Но вопрос в чем? Инструмент – это инструмент. Вопрос в том, как вы его используете, для чего и какие ваши цели, да, вот то самое внутреннее намерение. При этом вот это всего лишь один из примеров, да, того, как негативные, казалось бы, паттерны, в кавычках негативные, можно применять во имя добра. То есть там минус на минус дает плюс. Да, если мы разрушили, да, нехорошую цель, если мы разрушили навязчивую какую-то цель, человека сделали лучше. Это раз. А второе, Существуют цели, отжившие. Существуют задачи, потерявшие актуальность ввиду изменения мира. В конце концов, там, я-концепции, да, какие-то уверенности в себе, отношения могут быть тоже отжившие. И в этом смысле разрушение является оборотной стороной созидания. Иногда нужно разрушать. Иногда цели нужно разрушать. Иногда уверенность в себе нужно разрушать. Иногда ее нужно, ну, давайте хотя бы расшатать, да? Все мы помним, кто не помнит, вот, короче, тоже можно посмотреть в интернете. Эффект Даннинга-Крюгера. Человек, который знает мало, уверен в своей непогрешимости, уверен в том, что он мегамозг. Человек, чем больше знает, чем более он информирован в некоторой области, тем больше он понимает, что вот тут надо бы еще знать, вот тут детали, вот тут там недоработки. То есть, ну, в том числе нарастает некоторая неуверенность в своей экспертности. Сталкивались все, наверное, с людьми, которые в
чтобы там в чем-то относительно себя уверены, там, не то чтобы на 100%, а на наши любимые 146%, да? Комфортно ли общаться с такими людьми? Комфортно ли им вообще самим-то жить? Ну, им-то, может, и комфортно, потому что они 146%. Ну, может быть, конечно, да. Ну, там, как-то не начинают ли они что-то подозревать, когда с ними люди прекращают общаться, например, да? Вот, тоже такой вопрос. А надо ли, например, здесь чуть-чуть там подразрушить, да, чтобы вернуть уверенность, ну, точнее, даже не уверенность, да, уверенность как раз снизить, да, но вернуть адекватность, вернуть. В конце концов, если вы уверены, что вы в какой-то области все знаете, ничему новому в ней не научитесь. Вы даже ничего нового в ней не откроете, в этой самой области. Должно быть, ну, какой-то элемент сомнения должен быть. А как только элемент сомнения, как только элемент неуверенности, это значит, что вы осознанно управляете в том числе разрушением, в том числе снижением уверенности, в том числе разрушением убежденности. Вот. И это делать следует. Основная идея – это действительно адекватность. Адекватность восприятия самого себя, адекватность восприятия своих целей относительно там, жизни, относительно социума. Ну и, конечно же, адекватность оценки того, что вы слышите, видите, воспринимаете извне, да, что вам говорят, что вам рассказывают, в чем вас пытаются убедить. Вот. И в некоторых случаях парировать какую-то информацию извне боевыми форматами, то, что мы называем боевым, да, ну, опять же, в кавычках, но тем не менее, это будет как раз-таки, опять же, некоторой защитой с одной стороны, да, но и проверкой на адекватность с другой стороны, да, ваших партнеров, коллег там. И вот очень многие паттерны, очень многие техники и принципы этого самого боевого НЛП именно в таком формате и следует рассматривать. Именно в таком формате и стоит понимать, что вот они, да, технологии двойного назначения, однако же у них есть и плюсы. Однако же здесь следует, наверное, тоже упомянуть, да, явным образом. То, куда сейчас развивается боевой НЛП, то куда его вот за последние годы, наверное, развивают его создатели, Чекчуин и Перехатый, нам, честно сказать, нравится не очень. Идея встраивания в себя вот той самой темной триады, нарциссизм, макиавелизм и психопатия. Вот это мы, ну, с нашей точки зрения, это неправильно, это, наверное, ошибка. Если про нарциссизм, тут как бы окей, нет вопросов, да, мы как люди самые умные и самые красивые, мы как бы вот ничего зазорного в этом не видим, в том, что кто-то еще хочет захотеть такими же быть. Вот, если говорить о макиавелизме, о манипуляциях, о манипулятивности, да, то, ну, все-таки, наверное, нам кажется, что его стоит оставить все-таки, наверное, на уровне стратегии, ну, хотя, может быть и качество личности такое возможно, что в некоторых областях жизни оно как качество личности именно нужно. Ну, как минимум. Ну, наверное, да, есть смысл об этом, опять же, адекватно задуматься, нужны ли эти качества в повседневной жизни, нужны ли они для создания или там для поддержания взаимоотношений внутри семьи. Нужны ли эти качества там на работе, в профессиональной жизни? Если мы говорим о каких-то узких контекстах, где они действительно будут на своем месте, это, возможно, карьера политическая, да, возможно, это карьера профессиональная, но с точки зрения там топ-менеджмента, когда действительно очень высокий уровень управления коллективами, массами людей, где действительно нет возможности или даже необходимости с каждым работать в коучинговом формате, объясняя, показывая, рассказывая, где действительно важно за счет там харизмы, авторитета ставить задачи и там требовать жесткого исполнения. Но это контексты, которые должны быть вами осознаны, должны быть понятны, приняты, и опять же эти качества должны в этих контекстах оставаться. Не стоит их переносить в круг семьи, в круг друзей, потому что
все-таки человеческие качества, да, эмпатия, на, там, принятие, любовь, взаимное уважение, они являются базой там, нашей социальной жизни, коммуникации. Нужно эти вещи очень четко понимать и разделять. И именно поэтому, да, именно из вопросов, вот, собственно говоря, эмпатии и социальной коммуникативности, уж вот психопатию мы не поддерживаем совершенно. Вот в чем мы плюсов никак найти не можем. Потому что, ну, уж очень общаться с этими людьми нехорошо. То есть, ну, давайте не будем здесь вдаваться в детали. Ну, их нафиг. Вот. Давайте все-таки про стратегии. Да? Разрушение целей. Если есть у вас некоторая цель, если есть некоторая цель, которую вы там по некоторым здравым размышлениям понимаете, что, наверное, бы ее стоит уже прекратить, потому что, возможно, она отжившая, да? А может быть, ее стоит просто проверить на то, насколько она серьезна для вас. Это тоже, кстати, неплохой вариант. Вот, так вы тогда возьмите и пройдитесь по этой цели, ну, на самом деле, с шагами обратными целеполаганию. Подумайте, чего вы избегаете с помощью вот этой вот цели. То есть, от чего вы бежите вот в эту цель, да, ставя себе такие задачи. Хорошенько подумайте на тему того, что в этой цели от вас не зависит. Потому что все, что зависит, вы же сделаете обязательно. Вот, но что не зависит, то есть надо быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, да? Подумайте на тему того, ну как именно же эта цель-то будет, потому что там, ну, может быть, много разных вариантов ее реализации, да? Там, если вы в бизнес хотите, то бизнесов может быть там много-много всяких разных бизнесов. Может такое. Внимательно изучите интернет, да, на тему перспективные бизнесы, какие новые отрасли появляются, какие умирают, да где еще, там, статистические данные. Можете почитать на английском языке состояние рынка европейского, американского, потому что, ну, мы же все движемся туда, да там же будущее наступило уже, мы только движемся. Ну, такая идея. Да? Поэтому прям вот, ну, хорошо бы, чтобы вы охватили все возможности, поисследовали, да. Вот, задумайтесь на тему там, а действительно вам в этом городе надо. А в этом ли году, может быть, в следующем, может быть, там надо сейчас подготовиться получше, и года через три, вот, ну, что точно прям уже, да? А может быть, надо сразу ехать в Москву, потому что, ну, какой бизнес вне Москвы, да? Всем же понятно, да? Или даже не Москва, потому что, ну, какой бизнес в России, да? Может быть, надо прям вот действительно ехать сразу куда? Ну, туда, да? В Европу. Вот там-то, понятно же, бизнес нормальный, да? Вот это надо подумать. Соответственно, там кого, куда, да? Вот и это тоже вариант. Потом обязательно надо быть готовым, естественно, ко всем нарушениям экологии, которые там будут. Причем быть готовым, это значит, что заранее их все, прям табличку выписать, прям вот подумайте, да что еще может пойти не так, что еще, от чего еще придется отказаться, там, где еще, там, где время, где вот там отдых уменьшить, еще там чего-то менять. Обязательно к этому всему надо быть готовыми. Вот, обязательно в обязательном порядке, без этого совершенно никак, да, обязательно надо просчитать ресурсы. Mm-hmm. Обязательно надо найти все ресурсы, которые нужно, обязательно с запасом надо ресурсы подготовить, потому что, ну, вы вспомните же, да, о том, что, вспомните о том, что некоторые ресурсы вас уже однажды подводили, например, да, и поэтому нужно вот как-то с запасиком, да. Ну, и помню о том, что не все от вас зависит, да, поэтому вот, а вдруг вот там кто-нибудь потом что-нибудь такое переделает, и ресурс вообще вот, что с ним случится, вот. Ну, и, соответственно, там как-то получше подумать, да, угу. Как следует все-таки вот сначала, да, да. Поанализировать. Подумать, вот это вот. Поанализировать, все учесть. Именно так, лучше два раза подумать, да, 7 раз отмерить, 2 раза подумать, 4 раза взвесить. Вот, может быть, напишите, с кем в таком формате общались относительно ваших целей. Вот вы рассказываете о своем желании, о своей мечте или просто там, о своих планах ближайших, а вам начинают в таком формате задавать вопрос, а ты об этом подумал, а ты вот подумал, это учел, да? Может быть, ты еще раз подумаешь, а можно же вот так. А вот это ты разве умеешь, а вот да, это ты разве да, хватит, да? Да? Типа, ну да. Какой же там, ну да, то ты что, да. Там же сейчас вот это вот набегут. Ты же с вот этим же ничего, может, сделать не сможешь.
Это как раз-таки пример того, каким образом цели разрушаются, каким образом они хаотизируются, разрываются внутренние взаимосвязи, и цель перестает быть целью, да, просто каким-то набором хаотичных фактов, мыслей про это. При том, что если вы, например, это сами делаете с собой, то вы можете смело прямо вот так вот раз за разом вот это все параллельно и говорить. Если у вас почему-то есть задача кому-то это незаметненько делать, если есть задача кому-то цель незаметно разрушить, ну то тогда это, наверное, надо делать не так явно, не так целиком, да, не так скопом, по одному вопросику, да, там раз в день, зависимости от после еды, да. Ну, там, не знаю, с коллегой после перерыва обеденного, там, в курилке или за чаем, да? Один вопросик после еды. Угу. Такая дозировочка, да? Что там у нас еще? Разрушение уверенности. Причем уверенность, давайте понимать в широком смысле слова. Вы можете быть уверены в том, что у вас с кем-то дружба. Ну, или кто-то может быть уверен, что у него с кем-то дружба. Вы можете быть уверены, что вы кого-то любите. Вы можете быть уверены, что вас кто-то любит. Вы можете быть уверены, что у вас с кем-то отношения. Или кто-то может быть уверен, что у него с кем-то или с вами отношения. Вы можете быть уверены в каком-то своем качестве. Вы можете быть уверены в своем профессионализме в некоторой области. Вот это все уверенность. На чем она зиждется? Почему кому-то может, например, казаться, что он с кем-то дружит? Если задавать ему вопрос на тему, ну а почему, да, что такое для тебя дружба, то человек рассказывает о том, что ну как же, у нас вот это, да, у нас вот это, у нас вот это. То есть идея дружбы, идея умности, красивости и всего остального, любви, отношений, ее вживую пощупать невозможно. Есть ценность, ну как правило это номинализация, как правило там это нечто такое большое, абстрактное, за которым у людей есть определенные стратегии, которые, реализуясь в сенсорике, как раз таки и показывают, что вот она где-то там ценность. Ну, там есть эти взаимосвязи, убеждения, это все связано в голове у человека. Сама по себе дружба не видна. Видны некоторые поведенческие штуки, из которых делаются выводы о том, что реализуется определенная стратегия, из чего следует вывод, что вот она реализуется, часть этой самой дружбы. Значит, мы дружим. А значит, у нас отношения, а значит, я умный. Да? Вот. Но почему эта связь существует? Может ли она же быть другой связью? Почему, например, человек умный? Потому что у меня есть красный диплом, говорит человек. Мы говорим, это, в принципе, идея понятна твоя, что красный диплом – это ум. Однако, не кажется ли тебе, что красный диплом – это все-таки в большей степени усидчивость, нежели ум? Потому что вот черт его знает, там в конце концов есть предметы, например, в институте, которые никогда в жизни никому не пригодятся. А у тебя по ним тоже пятерка. А зачем? Да? Вот. Но усидчивость совершенно точно. Усидчивость, упорство – это прекрасные качества. Вот красный диплом, он их демонстрирует. Говорим мы. Да-да-да. Говорит, ну у нас же с друзьями, у нас же с ними взаимовыручка, у нас же взаимопомощь с ними, говорит человек. Он такой, конечно, взаимопомощь, это основа дружбы. Скажи, говорит, пожалуйста, да, а у вас кто кому чаще помогает-то в этой самой взаимопомощи? То есть, когда тебе последний раз кто-то помогал и чем? И как часто ты им помогаешь? Какой баланс у вас там взаимопомощи? И как только баланс, например, оказывается не в пользу этого человека, ну, знаете, на самом деле, как только баланс оказывается дисбалансом, да, то мы сразу на это обращаем внимание. Говорим, ну, слушай, смотри, ты им помогаешь вон сколько, а они тебе нет. Какая же это взаимовыручка, какая же это взаимопомощь, если они на тебе ездят? Говорим, это не дружба. А если вдруг оказывается, что человек этих самых других людей тоже больше, ну, то есть они ему больше помогают, мы говорим, ну, ты извини, конечно. Это ты их просто используешь. Это ты их используешь, или они добрые, или ты такой вот скрытый манипулятор. Ну, давай, признайся себе честно, ты их просто используешь. Они вот на тебя работают. Какая же это дружба? Человек, конечно, может быть, чуть-чуть попечалится, но и дружба здесь начнет давать слабину. Мы фактически здесь работаем над идеей о проверке. Вот если здесь опять отойти в стороночку от того, что вот мы разрушаем дружбу, там, или любовь, или отношения, да,
Мы проверяем в том числе адекватность этих убеждений, проверяем адекватность этих взаимосвязей. Так ли это на самом деле? Мы проверяем, ну там человек, знаете, у нас за последнее время в мире некоторое количество, как сказать-то, профессий, некоторое количество профессий практически исчезло. Вот, а некоторые люди, например, до сих пор могут считать себя там профессионалами, востребованными, перспективными в этих исчезнувших отраслях деятельности. Вопрос, надо ли это или нет? Надо ли, может быть, людям уметь показать, что у тебя профессионал за последнее время, сколько заказов-то было по этой теме? Эта профессия вообще сохранена в мире-то? Ну, то есть она вообще существует, да, или ты музейный профессионал? Ну, и аналогичные размышления, они могут касаться любой сферы жизни. Например, есть такие моменты, когда человек, ну, например, в возрасте лет 45-50 искренне живет свое удовольствие, ну, я имею в виду образ жизни, да, негодяй там график. Живет да, свое удовольствие. Ну, я к чему? Да, вопрос в том, что 20 лет назад у него был КМС по какому-нибудь виду спорта. Вот, так он уверен, что он спортсмен, да, где было 20 лет назад, где сейчас, и что организм в 20 лет мог выдерживать ли это он сейчас без тех нагрузок, да, при этом. Вот есть смысл над этим подумать, да? И это, да, это, кстати, очень правильно. Люди зрелого возраста зачастую склонны себя считать там по-прежнему молодыми или по-прежнему полными сил. Это хорошая идея, но, наверное, не тогда, когда уже людям там нельзя поднимать тяжести, да, нельзя далеко ходить. Но есть конкретные нормальные медицинские нарушения. То есть, ну, если у человека уже, может быть, здоровье пошатнулось, ну, давайте, это неприятно, да, это как бы плохо, но это сенсорика. Вот, если человек себя гробит и добивает, фактически, ну, наверное, так не надо. Вот, наверное, это является потерей адекватности, наверное, следует все-таки, наверное, учитывать реальное состояние дел, ну, то есть сенсорное, конкретное, обоснованное состояние дел. Или, например, тоже в таком гуманистическом формате использования разрушения, да, когда подросток попадает в какую-то компанию с точки зрения родителей, нехорошую, плохую компанию, да, но ребенок уверен, что там у него друзья, что там его любят, ценят, уважают. И в этот момент как раз-таки вот эту любовь, оценку, уважение есть смысл пересмотреть, а что за этим стоит, что значит уважают, да, кто сегодня идет за Флинским, снова ты, да, и, ну, и так далее, да, любовь, уважение, принятие – это абстракция. И научить ребенка видеть за этим какие-то сенсорные критерии, сенсорные моменты для анализа очень важно, потому что в будущем ему это очень пригодится. Таким образом, мы понимаем, что боевое НЛП на страже добра вполне себе хорошо работает. Понимание структуры, да? Понимание того, что вот человек может попасть в какую-то там, ну, условно, секты, да, MLM, какие-то странные структуры, и считать, что там у него, там, ему открылось или пришло, или что-то еще, что там у него настоящее что-то. И здесь идея о том, что мы можем, сохраняя с человеком рапорт, мягенько поставить под сомнение, мягенько нарушить, мягенько расшатать, она является верной, она является ценной. Потому что если просто, да ты дурак, что ты там попёрся туда, это не сработает, скорее всего. Вот, нет, мы были бы рады, если бы такие простые техники работали, да? Но что-то как практика показывает, что нет, не работает. Вот. А опять же, поэтому в рапорте... манипуляция нам в помощь, да? Да, вот, что еще? Ну давайте еще, наверное, одно из интересного, из того, что вам спрашивают частенько. Вербовки, если человек, вот тут вот как раз таки важный момент, да, если человек знает, чего он хочет, если он там предполагает, как он это получает, ну, те же самые ценности, да, те же самые критерии, если у меня есть какая-то ценность, если я знаю, что за ней стоит, если я знаю, как я ее узнаю, да, если у меня в голове есть по этому поводу идеи, то тогда я к этой ценности буду двигаться. То есть тогда у меня получится, что, ну, меня как бы особо не на что вербовать, да, у меня эта ценность осознанная, и я к ней иду, ну, в силу своих ресурсов. Можно мне предлагать более полезные ресурсы, там, ну, или как-то еще, да,
Но это уже будет там, ну, продажа, ну, ну, манипулятивные, ну, втюхивание. Но, тем не менее, это будет не вербовка. А если ценность у меня какая-то есть, я вообще не понимаю, что за ней находится. Вот, и здесь мы должны упомянуть Александра Герасимова, нашего друга и коллегу. Александр Герасимов подарил миру способ отделить ценности, которые человек осознает, их наполнение, от тех, которые не осознает. То есть чем выше и дальше от себя смотрит человек, говоря о какой-либо ценности, да, тем менее она для него осознана. Вот, собственно говоря, и все. И с одной стороны, когда мы видим, что человек, например, смотрит куда-то аж за горизонт, говоря о том, что там счастье, мы понимаем, он не представляет, о чем он говорит. Оно у него нету, ну, нету, понятно, почему нету, если человек не знает, что за этим словом стоит, а оно у него есть просто как идея, которую хочется, а поскольку он не представляет, он к ней не движется. Да. Если бы представлял, он бы двигался, она бы была у него по-другому выглядела. Но он не представляет и двигаться не может. Поэтому мы ему говорим, конечно, счастье, ну как же без счастья-то? Знаешь, вот я тоже, как ты, когда-то искал, вот, и вот думал, что же такое счастье, я потом понял, что такое настоящее счастье. И вот момент NLP, ему... да? Это же NLP. NLP, конечно, да. Развитие, да, самопознание. Вот что настоящее счастье, когда ты каждую секунду времени понимаешь, там, что вот у тебя там внутри происходит, куда ты движешься, да, можешь там ответить на вопросы какие-то относительно себя. Вот это счастье, да, внутренняя гармония. Приходите к нам на тренинги. Да. В этот момент, как только человек, мы отслеживаем, что он не осознает, что стоит у него за этими абстрактными словами, в этот момент мы можем ему предложить свои варианты, что это такое, да, свою конкретику, свою сенсорику. И, в принципе, человек, скорее всего, за это ухватится, потому что своего у него нет, а эта информация для него важна. Она имеет если значение, она, если является она будет ценностью. Логично, да, если вы достаточно убежденно об этом говорите, собственно говоря, вот этот вот механизм, он используется, например, при воспитании детей. Детям родители рассказывают. Вербовка это, да ну нет. Ну, как бы по структуре вербовка, да, по факту воспитания. Люди делятся тем, что у них есть. Если вы ходите с ценностью, которая вот так вот висит, вам кто угодно может объяснить, что там. Причем не обязательно со зла, а просто поделиться своим миром. И если там в мире логично, вы можете это схватить. Если какая-то ценность у вас вот так вот висит, ни к чему не прицеплена, ничем не наполнена, вы можете ее наполнение прочитать в книге, увидеть в фильме, в рекламе, где-то еще. При этом... Знаете, это может быть вообще никак никуда не нацелено, а может быть нацелено. То есть, может быть, вы увидите и манипулятивное чего-то. Может быть, вас кто-то увидит с этим взглядом вдаль, скажет, о, наш клиент. Да? То есть, мы же знаем, мы, по-моему, об этом нигде не говорили. Нас когда спрашивают за цыганский гипноз, да? Вот. Ну и вообще там про калибровку. Мы говорим, что если человек идет, например, на лице у него печаль или страх, то к нему обязательно подходит цыгане. Потому что если у человека на лице печаль, то это значит у него сглазили его. Нет. Печаль это порча. Вот да, если печаль на лице у человека, значит порча на нем. Вот. А если у человека тревога на лице, значит сглаз. Вот так вот калибруется. Вот. А если человек идет вот такой вот, там радостно удивленный и взгляд направлен вдаль, то он с высокой вероятностью на улице кошелек найдет. Ну или сверток с денежкой найдет. Вот это вот. А вот если человек идет с радостью такой вот, тоже неадекватное мирозданию на лице, то, скорее всего, он в наперстке выиграет. Ну, в смысле, билетик на рынке выиграет. Вот. Один из двух, кто выиграл, ну, кто в курсе, кто нет, почитайте в интернете. Uh-huh. Вот. Если вы ходите с восторженным взглядом, если вы ловите себя на том, что какая-то ценность у вас, ну, думая о ней, взгляд устремляется там куда-то аж вот туда, да, вы позаботитесь о том, чтобы вы себе-то ее простроили правильно. Uh-huh. Почитайте осознанно книжки, что предлагается в качестве этой ценности, что как бы за ней находится, да. Проведите вот, ну, свое там какое-то расследование, исследование, создайте, ну, для себя,
для себя ее наполнение, иначе вам ее реально наполнят. Да, пусть эти ценности, они будут адекватны и понятны именно вам и относительно вашей жизни. Пока ценность где-то там за горизонтом, пока она какая-то там вообще голубая мечта, соответственно, она мало связана с вашей жизнью, и вам помогут ее связать со своей жизнью люди заинтересованные. Вот. Поэтому делайте ее адекватной, делайте свои, наполняйте своей сенсорикой, критериями. Тогда, да, конечно, все будет здорово. Ну что ж, мы, конечно же, здесь все рассказать не успеем. И на самом деле и не было, конечно, планов таких, потому что даже в минимальном формате тренинг по структурам манипуляции занимает 2 дня. Вот, а лучше 3, да, ну, в принципе, можно и больше. Вот. Ну, мы 4 проводили, да? Да, можно и интенсив, конечно, замутить, и все такое, но это другой вопрос. То есть, давайте, мы с некоторыми вещами познакомили вас. Если есть вопросы, вы можете прямо сейчас их написать, или потом под видео, или, как обычно, можете писать нам в комментариях, задавать вопросы. Мы присутствуем во всех социальных сетях, доступны, отвечаем на вопросы, все хорошо. Вот. Ну что, снова все понятно, это классно. Вот. Ставьте лайки. Пожалуй, наверное, мы поделились нашим видением, да, некоторыми техниками. Если, может быть, чуть-чуть повторимся, да, если вы видите эти структуры, если вы их понимаете, действительно в мире, ну, как-то в мире существовать становится осознаннее. То есть вы, например, понимаете, что некоторые фармацевтические рекламы, они встраивают тревожность, встраивают фобические реакции, что они как минимум запрещают вам лечиться самому, да, и ну, поддерживать здоровье, да, вот так, потому что там другое. Ну, напоминаем, да, там в рекламе фармацевтической отрасли от человека ничего не зависит. Там как-то за его душу, да, борются микробы и КГЦЛ. Там непримиримая борьба, в общем, идет бобра со слом. Да. Вот. Когда вы смотрите рекламу, ну, просто какую-то вот там вообще в целом, да, вы тоже видите, что есть некоторые рекламы, которые построены на идеях вербовки, где реклама на идеях вербовки построена, где, например, там вы не очень понимаете, какой-то там сверхценность и какой-то там какая-то сенсорика, которая явно и, ну, непонятно, что внутри находится. Да? Вас вербуют, в таком формате вас вербуют. Если у вас эта ценность есть, вы на нее поведетесь. Ну, благо в рекламе все-таки вербовка используется чуть реже, а вот в политике чуть чаще, да? Более чем, да, чаще. Ну, возможно, в силу разницы психотипов, на кого направлена реклама, на кого направлены политические штуки. Ольга спрашивает, как разрушить убеждение человека, что он эгоист и нарцисс, и ему это нравится? Ольга, маленький уточняющий вопрос. Разрушить убеждение, что он эгоист, или разрушить, что ему это нравится? Вот тут вот немножечко. Да? Потому что если эгоист и нарцисс, то почему? Ну, мы спрашиваем, ну, собственно, а почему ты считаешь себя эгоистом-то и нарциссом? Человек нам выскажет некоторые идеи. Наша задача эти идеи пересвязать с чем-нибудь другим. Человек, ну как же, на меня все обращают внимание. Нет, да, у тебя от неуверенности в себе, тебе кажется, что на тебя все обращают внимание. На самом деле, и показать ему прям сенсорику, люди не обращают внимания ни на кого, кроме себя. Большинство людей. Я, ну, как-то, собственно говоря, так и есть. Я, да, как-то был... Не новость. Не новость вообще. Я как-то очень такой показательный момент был в один из моих приездов в Москву. Идет поток людей в турникет. Я не помню, то ли это было метро, то ли это была электричка какая-то. Прям вот там 6, по-моему, турникетов. Да. И люди просто потоком идут, там прикладывают там чего-то и проходят. И один парень идет, и, знаете, просто вот не нарушая скорость потока, просто перепрыгивает турникет и идет дальше. Его видели, то есть он перепрыгивал рядом с людьми, сидела бабушка, которая должна это запрещать, да, то есть куча народу за ним как бы в очереди стояла, то есть там все такие плавненько идут, ни один не обратил внимания, ни один даже не дернулся. Вот, можете этот пример рассказать, Ольга, этому самому человеку. Вот, используют людей, и это принцип жизни. Ну, тут вот, давайте...
Тут как-то уже много, потому что эгоист и нарцисс или используют людей, это как бы это тоже немножечко разные вещи. То есть тут надо с ним разговаривать, почему он считает, что он использует людей. У него есть какая-то за этим сенсорика, какое-то объяснение. Это объяснение надо куда-нибудь убрать, надо соотнести его с другим его качеством, убрать. Тогда у него это прояснится. Да, потому что вот в таком формате, как вопрос задан, мы фактически сталкиваемся, Ольга, с вашей формулировкой, да, вы его так называете, или он сам себя так называет. Это первый момент, который имеет значение, да, использует людей. Он сам так говорит, или вы это наблюдаете и даете этому вот такую оценку. Если это делает сам человек, то, конечно, то есть вы просто транслируете то, что он сам о себе говорит. С этим можно работать, да. А если это вот ваша оценка, то понятно, наши рекомендации сейчас, они ни на что не повлияют. Да, ну если разрушить убеждение о том, что вот он эгоист, нарцисс. Ну, фокус языка. Давайте еще вспомним за фокус языка. За фокус языка, которые сужающие, которые вот могут как раз таки разрушать. Если он нарцисс, сколько у него поклонниц, фанатов? Это вот фокус языка, там противоположный пример, да, называется. Mm-hmm. Это, а сколько у него там было этих самых фанаток, да, одновременно, да, если вы понимаете, о чем я. Mm-hmm. Вот, сам говорит, это очевидно по поступкам. Вот сам говорит, можно работать фокусами языка, как с убеждением. Находить противоположные примеры, Mm-hmm. Давать много одновременно. Хорошо, давать переопределение, да. Очевидно по поступкам, ну, разносим еще раз, разносим поступки к другим примерам, то есть не к эгоизму, не к манипуляциям. Если он говорит, что он использует людей, не использует, например. То есть, ну, в смысле, что значит использует? Мы его спрашиваем. То есть мы сейчас только не его спрашиваем, да, мы как бы, ну, в смысле, не вас спрашиваем, да, мы как бы говорим о том, что вот человека спрашиваем, ну, а как ты, ну, на основании чего? То есть, ну, почему, что значит использовать людей, что ты такое с ними делаешь? Вот он что-то говорит, и вы просто берете эти кусочки и говорите, ага, все, поняла, угу. Все, классно, мы объяснили. Ольга, спасибо за понимание, спасибо за вопросы. Когда вопросы, это прикольно, когда вопросы, это хорошо. Да. Ну что ж, да, и тогда, наверное, все-таки заканчиваем. Да. Если ждем вопросов еще вопросов, как минимум в комментариях, если угу. есть сейчас, пишите. Вот еще минутку мы пока вот здесь, да. Если нет, тогда в комментариях мы будем отвечать. Угу. Да, ну и да, и как бы продолжить мысль, да, которую мы там чуть-чуть завесили. Очень-очень полезно уметь это видеть. Очень полезно уметь видеть за собой вот ту самую вербовочную уязвимость, где вы сталкиваясь с чем-то, что вы не представляете, и для себя прописывать. Очень полезно некоторые свои убеждения и качества иногда шатать, чтобы проверить, все ли еще там нормально, не закостенели ли вы в чем-нибудь. Да, мир-то он меняется постоянно. Вот очень полезно видеть вот в рекламе и в политической пропаганде некоторые вещи, которые, ну, как-то следует видеть, чтобы понимать, вы, собственно говоря, готовы на такую манипуляцию собой, да, или нет. Вот, пожалуй, наверное, да. Как-то так. Так что наше видение именно таково, что боевой НЛП, НЛП – это инструменты. И если вы понимаете структуры, вы находите контексты, где вы применяете адекватный инструмент. И как только вы начинаете понимать, что происходит внутри вас, вокруг вас, вы адекватно реагируете и строите свою жизнь, исходя из своих личных целей и своих ценностей. Вот, и это важно. И как и все НЛП, да, паттерны и шаблоны, вот, отнесенные к боевому НЛП, как и все остальное НЛП, являются просто описанием процесса. Будете вы их использовать или нет, вопрос другой, да, будут ли использовать их с вами, вопрос еще более другой, да, стоит ли их видеть, да, интересно ли их видеть, вопрос третий. Но это еще одна из моделей, созданная ровно точно так же, как созданы все остальные модели НЛП, взято. Что-то структурно описанное, хочешь повторяй, хочешь просто знай, хочешь видеть. Ну, так или иначе, чем больше описано, да, чем более подробно и структурно описано, тем интереснее, лучше, проще, понятнее, наверное, жить. Да. Собственно говоря, поэтому НЛП существует вообще.
мы по-прежнему считаем это центральной идеей NLP, а именно поэтому существует наш канал NLP TV, в котором мы рассказываем, показываем и даем попробовать всевозможные разные способы и техники NLP, примененные там, к разным областям. Оставайтесь с нами. Смотрите приходите, видео, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, смотрите видео, ждем вас. Ждите вопросы. Да, NLP TV – самое полезное TV в мире. Что ж, пока. До новых встреч. Всего доброго.